Девочки, всем привет! Сегодня видео будет о моем заказе Faberlic по 12 каталогу 2016. Всем тем, кому интересна тема Faberlic, оставайтесь со мной, и я вам желаю приятного просмотра. Мы за 10 и за 11 каталог с мамой собрали 10 купонов скидочных, и в 12 каталоге мы их потратили уже. И первое, с чего я хотела бы начать, это вот такие средства для посуды. Мама выбрала с экстрактом шалфея, я выбрала с экстрактом алоэ вера. Мы раньше никогда не пользовались такими средствами от Faberlic. И каждый раз, когда они были по акции, они внезапно исчезали со склада, потому что их очень быстро разбирают. Концентрированное средство для мытья посуды с экстрактом шалфея, артикул 111.97. Здесь экстракт шалфея, но аромат у него свежего лайма. Вот прям цитрусовый. Абсолютно цитрусовый. Просто аромат вот лайма, как есть, так и пахнет. Здесь 500 мл. Написано, что средство безопасно и подходит для мытья детской посуды, сосок, бутылочек, игрушек, а также его возможно использовать для очищения овощей и фруктов с кожурой или плотной кожицей, от земли, воска и остатков удобрений. Это средство очень сильно хвалят все, его можно разводить. У Faberlic есть специальный флакон для разведения этого средства, многие же его используют как оно есть, я тоже буду его использовать как оно есть. И надеюсь, что и мне, и маме это средство понравится. Этот же, который выбрала для себя я, с экстрактом алоэ вера. Написано, что легкий природный аромат. Вот мне пахнет желтыми одуванчиками. Вот не знаю, почему-то вот кажется, что одуванчиками пахнет. Если вы не пробовали этот аромат, возьмите и попробуйте, потому что мне кажется, это довольно-таки обыкновенный аромат, лайм. Малину я не тестировала, не пробовала, не знаю, наверное, пахнет малиной. А вот это вот что-то необычное, вот я просто еще никогда не сталкивалась с таким ароматом в средстве для мытья посуды, чтобы пахло одуванчиками, просто восхитительно. Далее я заказала вот такое средство для чистки стекол и зеркал. Оно в каталоге по хорошей цене было. И так как у меня заканчивается мое средство для мытья стекол, я решила выбрать вот это. Артикул 110.48. Написано, что с антизапотевающим эффектом. Не знаю, по поводу антизапотевающего эффекта. Я один раз им воспользовалась уже вчера. И что я могу сказать, что оно очень хорошо очищает, вот я на зеркале пробовала, очень хорошо очистила зеркало и не оставляет после себя никаких разводов, мне очень понравилось. Здесь в составе есть спирт и здесь 500 мл. Продолжим тему дома. Я заказала вот такое средство, универсальное антибактериальное для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Здесь 300 мл, артикул 111.36. Оно было по тоже очень выгодной цене в каталоге, и я решила взять его. Здесь такой спрей-распылитель. Написано, что безопасно для человека и животных, обладает длительным противомикробным действием, безвреден для любых материалов. Если вы такое средство пробовали и пользуетесь им, напишите в комментариях внизу, как оно вам, где вы его используете и какое применение вы нашли для него. Далее, что я заказала не для себя, это у меня клиент заказал, вот такие два геля для душа, знойный Маракеш и Кивана и Амарилис, Дикая Африка. Это гель для душа новый, это из парфюмерной коллекции, я эту парфюмерную коллекцию очень люблю, мне просто абсолютно все гели для душа нравятся, которые у них есть. Оба аромата восточные, знойный Маракеш, пряный имбирь и сладкий миндаль. Артикул 84.63, здесь 310 мл и пахнет сладким миндалем восточным. Мне почему-то напоминают какие-то печенья миндальные, миндально-имбирные печенья.
И второй гель для душа «Дикая Африка» – это новинка 12-го каталога «Кивана» и «Амарилис». «Амарилис» – это вот эти цветы, которые здесь нарисованы, а «Кивана» – это вот такой вот плод. И я читала про этот плод, что это лиана из семейства, по-моему, тыквенных, и у нее вкус банан с огурцом, что-то такое. Здесь аромат тоже очень яркий и восточный. Но он не такой сладкий, как вот этот, он более пряный и холодный, хотя тоже восточного направления. Не знаю, мне кажется, что здесь вот удом пахнет. Мама покупала гель для душа «Удовое дерево» и «Юдзу», и вот там тоже такие нотки есть. Ну вообще аромат потрясающий просто. Мне эти гели для душа очень нравятся. Нравятся за то, что они очень хорошо пенятся. Они не сушат кожу тела и оставляют после себя на теле парфюмерный запах, легкий. Для себя же я заказала по баллам вот такой гель для душа. Ликующая Бразилия, розовый перец и цветок каштана. Вот такой вот зелененький, веселенький гель. Артикул 8435. Знаете, что напоминает? Напоминает напиток Тархун. Вот ничего не могу с собой поделать, никаким каштаном мне тут не пахнет. Мне пахнет вот Тархун и все. Очень приятный аромат, свежий, бодрящий, на лето. Далее, что заказали у меня, это вот такие два жидких мыла из серии «Оранжерея». В 12-м каталоге очень хорошая акция на эти мыла. Там еще есть с розой мыло и есть с вербеной. И выбрали вот это вот мыло с жасмином, «Милый жасмин» и «Юный османтус», мягкое мыло для рук. А «Милый жасмин» — это крем-мыло. Здесь по 200 мл, аромат у жасмина именно жасмин. Мне очень понравилось, тем более, что это крем-мыло. Я уверена, что клиенту понравится этот аромат. А «Юный османтус» — это очень легкий, свежий цветочный аромат. Я уже этот аромат знаю, потому что в прошлом заказе у меня мама покупала крем для рук «Юный османтус», и я уже с ароматом знакома. Очень легкий, цветочный, свежий аромат, ненавязчивый. Далее, что заказала также у меня клиент, это крем для рук защитный в количестве 2 штук с глицерином, который предохраняет от внешних воздействий. Артикул 2103, здесь 75 мл. Я его никогда не пробовала, надеюсь, что ей понравится. И также клиент у меня заказала интенсивное питание, крем для рук для сухой и склонной к сухости кожи с маслом макадамии. Это крем для рук питательный, который смягчает кожу и восстанавливает эластичность. Это артикул 2102. Это крем для ног «Спелая смородина» из серии Beauty Cafe, здесь 75 мл. Я уже знакома с таким кремом, у меня уже точно такой же есть, и я им пользуюсь. Он очень легкий, очень приятно пахнет именно спелой смородиной, увлажняющий, быстро впитывается и идеально подходит на лето. К сожалению, для тех, у кого очень сухие ноги или проблемные, там трескаются, этот крем не подойдет. А вот просто он очень легкий, просто летний вариант крема для ног. Также моя клиентка заказала маску для ног «Голубой кипарис», «Лайм» и «Масло карите». Она подходит для огрубевшей кожи стоп, для пяток. Здесь 50 мл всего, но на страничке отзывов я об этом креме очень много положительных отзывов читала. И думаю, что клиентке понравится эта маска для ног. Ее можно использовать на ночь как крем для ног. Далее, что у меня заказали, это вот такой шампунь в 2 экземплярах, одинаковый. Это шампунь для всех типов волос на каждый день с экстрактом княженики. Я не знаю, что это за ягода, какая-то северная ягода. Шампунь очень приятно пахнет ягодами, свежий такой ягодный аромат. Текстура у него кремовая, перламутровый на цвет.
Я никогда не пробовала шампуни из этой серии BioArctic, но их очень хвалят, и в текущем каталоге на эти шампуни очень хорошая акция. Я вам покажу вот такой вот несмываемый экспресс-кондиционер. Это я взяла для себя. У меня длинные волосы, и после мытья волос мне обязательно нужно чем-то их набрызгать, потому что расчесать бывает очень их трудно, и поэтому у меня всегда есть в арсенале какая-нибудь несмывашка, какой-нибудь спрейчик, какой-нибудь бальзам-кондиционер, который не нужно смывать. Ну и помимо этого я еще пользуюсь для кончиков волос средствами. И вот решила попробовать вот такой от Faberlic Deep Aqua. Написано, что мгновенно увлажняет волосы, действует как моментальный антистатик, заметно облегчает расчесывание. Для сухих, обезвоженных и поврежденных частым термоукладкам волос. Это такой двухфазный, здесь белое, здесь голубое, его перед применением нужно обязательно встряхнуть, и вот такая вот эмульсия здесь у нас. Я его один раз уже попробовала. Мне этот кондиционер понравился, у него очень легкий, ненавязчивый запах, который практически не остается на волосах после сушки феном. Очень хорошо расчесываются волосы. Далее, что я заказала для волос. Это вот такой гель для волос, моделирующий, стальная фиксация. Это у меня муж попросил заказать. Он сейчас отращивает волосы и должен зачесывать их назад, а они не держатся. И для того, чтобы их приучить, он меня попросил гель для волос. Я говорю, все, берем только Faberlic. Здесь 100 мл. Написано, что высыхает мгновенно. Моделирует прически любой сложности на коротких и длинных волосах. Волосы не рассыпаются и сохраняют форму в любую погоду. Он уже один раз им воспользовался, и я хочу вам сказать, что этот гель действительно держит волосы, что в целый день сохраняется фиксация от этого геля. Очень выглядит все красиво, хорошо. Здесь написано, что подходит для создания эффекта мокрых волос, но волосы, если с ним не переборщить, волосы с ним выглядят абсолютно, как будто никакого там геля нет. В общем, ему этот гель очень понравился. Аромат у него травянистый, ненавязчивый, свежий. Подойдет и для мужчин, и для женщин. Так что этот гель для волос я могу вам смело посоветовать. Далее, что заказал мой муж, это вот такой дезодорант антиперспирант из серии Ван Давантюр Пур Ом. Он не содержит в себе спирта и повторяет полностью аромат Ван Давантюр Пур Ом. Есть такая туалетная вода для мужчин. И здесь 50 мл. Написано, что устраняет запах пота и контролирует процесс потоотделения. В общем, здесь такой обычный шариковый дезодорант. Аромат очень свежий, очень приятный, парфюмерный, но не навязчивый. Муж уже им воспользовался, сказал, что хороший. Далее, что я заказала для себя, но не с этого каталога, а еще с предыдущего. Я делала еще один маленький третий заказ, но уже не сняла видео, потому что заказ был маленький, и в основном всю продукцию я уже раздала. Не для меня это было. Это спрей солнцезащитный с фактором защиты 15. Здесь 200 мл. Он с таким вот триггером-распылителем удобным. И здесь заглушечка, можно открывать и закрывать. И что я вам хочу сказать, что этот спрей просто офигенный. Он очень легкий, очень быстро впитывается, очень легко распределяется по коже. Вообще такое легкое молочко, просто волшебное. Аромат очень приятный, мне оно очень понравилось. Я думаю, что буду пользоваться им с удовольствием. Здесь написано, что оно не смывается в морской воде. Водостойкая и комфортная формула с витамином Е и пшеничными протеинами. В общем, просто офигенный спрей. Если вы еще сомневаетесь, покупать или не покупать продукты из этой линейки лета, я вам очень настоятельно рекомендую купить и попробовать. Просто очень хороший продукт за свою цену.
Многие продукты, которые в два раза дороже из магазинов или аптек, уступают по своим свойствам этому продукту, поэтому присмотритесь, я вам его однозначно советую. Заказала я для себя вот такой тоник из линейки Ultra Clean Green, так как у меня жирная и проблемная кожа, думаю, что эта серия как раз для меня. Я из этой линейки пока ничего не пробовала, кроме вот этого тоника. Я его заказала в первый раз. Оно содержит масло мануки и салициловую кислоту. Регулирует выработку кожного сала, снимает раздражение и покраснение. Этот тоник не содержит в себе спирт из полезных ингредиентов. Я здесь обнаружила экстракт гамма-мелиса, а это очень хорошее средство для того, чтобы сужать поры. И салициловая кислота, пантенол, вот это масло мануки здесь есть, ментол. Самое главное, что здесь нет спирта, и оно не будет так агрессивно воздействовать на кожу, которая и так очень пересушена всякими скрабами. Аромат у него очень свежий, ментоловый. Просто отличный тоник за свою цену. Я один раз им воспользовалась. Он очень приятный в нанесении. Он очень хорошо распределяется по лицу и очень приятно охлаждает. Далее, что я купила для себя, это вот такой вот активный крем для век Prolixir с гиалуроновой кислотой. У меня заканчивается как раз сейчас крем для век, и я решила выбрать этот. Это серия от 25 лет. И он с гиалуроновой кислотой, здесь 15 мл, артикул 0733, активная профилактика увядания кожи и борьба с первыми морщинками. Ну, в общем, посмотрим. Я его один раз протестировала, один раз воспользовалась. И вы знаете, крем очень легкий, водянистый, я бы сказала. Я бы даже назвала это крем-гель, а не крем. Он совсем не плотный, такой водянистый по текстуре, очень легко распределяется. Его нужно совсем чуть-чуть, так что я думаю, что он будет экономный. Вот здесь такая туба с носиком. Аромат очень приятный, косметический такой, ненавязчивый, не очень сильный. Мне понравился по свойству, не знаю, как он будет со временем действовать на кожу век, но надеюсь, что он мне понравится. Далее, что заказала моя мама, это вот такие три мыла кусковых. В этом каталоге сейчас акция на такое мыло. Она взяла вот таких два турецкая ривьера, одно я открыла. Аромат очень приятный, свежий, морской, думаю, что подойдет как для мужчин, так и для женщин, потому что такой свежий, очень приятный. И второе мыло, это оранжевый Мехико, опунция и сочный апельсин. Аромат очень интересный, я думала, будет пахнуть апельсинкой, но пахнет не чисто апельсином, а какими-то сладкими цветами и апельсином. В общем, аромат очень интересный, у меня аж слюнки текут, каким-то манго пахнет. Вот мне пахнет манго, да, не апельсинкой. И также у меня еще заказала клиентка вот такие три мыла. Тоже турецкая ривьера, ликующая Бразилия и мелодия Мэйхуа. Я их не открывала, потому что не могу. Ну, турецкая ривьера я уже знаю, как пахнет, ликующая Бразилия. Я вам уже сказала, что купила себе гель для душа, и он пахнет для меня тархуном. А мелодия Мэйхуа мне еще предстоит попробовать. Здесь слива Мэйхуа и белый жасмин. Далее, что заказала у меня моя племянница, это вот такой вот лак из новой коллекции. Это у нас лак для ногтей CC 9 в 1 умный цвет. Здесь 9 мл, это артикул 7254, золотая листва. Этот лак сам по себе золотистый, такой шиммерный. Здесь очень мелкие зеленые блесточки. Я думаю, такой осенний лак подойдет на осень и на Новый год. Он очень блестит. Кисточка здесь широкая.
Думаю, что будет удобно наносить его. Надеюсь, что он ей понравится. Моя свекровь попросила ей выбрать помаду на каждый день с натуральным оттенком. И я решила взять вот такую помаду. Увлажняющая губная помада CC увлажнение в цвете. Здесь 4 грамма. Оттенок 4599, натуральная роза называется. Я знаю, как выглядит эта помада. Моя мама покупала пробник этой помады. У нее такой цвет спокойно розово-сиреневый, нюдовый оттенок, который, я думаю, что подойдет очень многим. Это помада на каждый день. Поэтому я решила выбрать такую. Помада ведет себя хорошо, она увлажняет, она хорошо ложится. Поэтому думаю, что помада эта придется моей свекрови по вкусу. Далее, что попросила заказать для себя племянница, это вот такая новиночка каталога, полуматовая помада Грация. Здесь тоже 4 грамма. Это оттенок 42026, чувственный розовый. Я ее потестировала на руке. Помада очень интересного оттенка. Нюдовый такой холодный розовый. Мне нравится, что она полуматовая. Это очень интересный эффект. И надеюсь, что племяннице она понравится. И даже думаю, что закажу себе тоже такую, потому что мне оттенок очень понравился. Далее, что заказала я для себя, это вот такой карандаш из линейки Secret Story, называется Secret Touch Lip Liner, артикул 4329, сливочный, натуральный. Это автоматический карандаш, я, честно говоря, думала, что он будет более нюдовый, а он оказался просто таким холодным розовым оттенком, он сейчас у меня на губах. Он подходит очень хорошо к одной из моих помад. В принципе, мне по нанесению он понравился. Он такой, я бы сказала, что не жирный, очень даже стойкий. И думаю, что он будет хорошо держать любую помаду целый день. Давайте же продолжим парфюмерной темой Faberlic. Мы с мамой заказали 4 парфюма. Это 2 мужских парфюма и 2 женских. Так как надо было использовать купоны, мы решили заказать парфюмерию на эти купоны. И первое, с чего я хочу начать, это вот такая вот парфюмерная вода для женщин под названием Aura, артикул 3103. Вот такая бежевая простая коробочка, флакончик из матового стекла, крышечка тоже на вид матовая, но пластиковая, держится не очень крепко. Верхние ноты: гордения, пион, мандарин, бергамот. Ноты сердца: фиалка, франжипани, магнолия, жасмин, тубероза и белая фрезия. Ноты базы: ваниль, сандал и белый кедр. Мне этот аромат понравился. Мы покупали с мамой пробники, она тестировала, и вот он имеет такое же звучание, как и Jadore от Dior, то есть оно в одном ключе. Я не говорю, что оно полностью повторяет этот аромат, но они очень похожи между собой. Он вначале очень-очень сильный, насыщенный, но он очень быстро выветривается, так что не пугайтесь первого впечатления от этого аромата. Он быстро стихает и становится очень приятным и спокойным. Проступают больше древесные нотки в нем. Для тех, кто любит направление ароматов типа Jadore от Dior, я уверена, что этот аромат вам тоже придется по вкусу. Он звучит очень дорого, красиво и очень нарядно. Далее, что выбрала моя мама для папы, это вот такой аромат Листет, артикул 3208, туалетная вода для мужчин, здесь 75 мл. У меня также был пробник этого аромата, и из всех пробников мужских, которые у меня были, папа выбрал именно вот этот, ему понравился. Вот такой флакон, красивый серый, из матового стекла. Очень презентабельно выглядит. Здесь пластиковая крышечка, которая довольно-таки плотно держится. Аромат принадлежит к группе цитрусовые. Верхние ноты: мандарин, лимон, ананас, юзу, красное яблоко. Ноты сердца: жасмин, морские ноты, мускатный орех, петит грейн, фиалка и груша.
Ноты базы: белый кедр, белый мускус, амбра и слива. Аромат очень интересный, такой нетипичный мужской аромат. В нем чувствуется жасмин, именно цветок. Вначале, конечно, это больше цитрусовый аромат, но также присутствуют цветочные ноты. Аромат очень интересный по звучанию, и я бы сказала, что он очень интересный и удачный, на мой взгляд. Он мне нравится. Вот такой вот аромат мужской Астерион. Артикул 3216, здесь также 75 миллилитров. Это выбрал мой муж для себя, тоже по пробнику. Ему больше всего понравился именно этот аромат. Флакон очень красивый, прозрачный, синее стекло и синяя пластиковая крышка, которая не очень хорошо держится на флакончике. Аромат ему очень понравился. Он принадлежит группе ароматов цитрусовые, фужерные, и он был выпущен в 2014 году. Верхние ноты: лимон и грейпфрут, ноты сердца: кардамон, перец, ананас, ноты базы: кожа, белый кедр, ветивер. Он однозначно такой на лето аромат, фужерный, очень приятный, я бы сказала. В нем чувствуется очень хорошо, отчетливо кардамон и перец, и белый кедр чувствую. Вот база у него с белым кедром, я чувствую именно вот такие вот нотки. Самый большой минус данного аромата, что он просто очень быстро слетает с кожи. Это заметил мой муж, он уже один раз им воспользовался. Он сказал, что аромат практически исчезает через несколько часов с кожи. Возможно, остается только какой-то близкий шлейф. Последнее, что я выбрала для себя, это вот такой аромат Donna Felice, артикул 3109. Очень красивая оранжевая коробочка. Тут у меня такое ощущение, что здесь Тоскана, пейзажи такие Тосканы. И очень интересный флакончик, абсолютно миниатюрный, из матового стекла, и стекло непрозрачное, и имеет такое покрытие шершавое, как будто песочное такое напыление матовое. Крышечка держится очень плотно. Аромат просто меня обворожил. Я пробовала его с пробника, и я просто не могла им надышаться. Просто потрясающий аромат. Принадлежит группе ароматов цитрусовые и был создан в 2000-е годы. Парфюмер Пьер Бурдон. Верхние ноты: бергамот, амальфитанский лимон, мандарин и зеленые ноты. Ноты сердца: ландыш, бархатцы и роза. Ноты базы: ветивер, тиковое дерево, амбра и мускус. Конечно же, цитрусовые ноты, но они идут вперемешку с какой-то зеленью, такой, как стебельки, то есть цитрусы идут с какой-то горечью, а также я очень отчетливо чувствую цветы бархатцы. Кто знает эти цветочки, они пахнут горько-сладко, так интересно, и вот просто я не могу надышаться этим ароматом. Единственный его и самый большой минус — это то, что он очень нестойкий. Буквально через час я его от себя уже не чувствую, и хочется снова его обновлять, поэтому, видимо, придется этот флакончик с собой таскать в сумочке, и не знаю. Я так расстроилась, мне он очень понравился. Девочки, если вы любите цитрусовые ароматы, покупайте пробничек, тестируйте, очень интересный, не банальный, ни на что не похож для меня. Это были все продукты из моего заказа. Всем тем, кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я очень люблю, когда вы пишете комментарии, я с удовольствием на них отвечаю. Желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Пока!